Хорошая кухня – это хорошие продукты. Зная об этом, шеф-повара ведущих ресторанов Украины предпочитают делать закупки в первую очередь в компании Ян Йенсен. Для ее руководства качество – приоритет номер один. Именно поэтому предприятие сотрудничает только с мировыми лидерами, которые имеют многолетний опыт работы на рынке продуктов питания, а их товары получили положительные отзывы профессиональных поваров сегмента «Хорика». Как вы находите те продукты, бренды, которые входят в портфель Ян Йенсен? We are traveling around to a lot of exhibitions. Of course, from the knowledge we have in the business, we know who are. Посещаем выставки, изучаем бизнес, анализируем динамику развития брендов и готовность производителей инвестировать деньги в украинский рынок. We have a lot of companies coming to us more or less daily, wanting us to represent them in Ukraine. Флеминг Ян в СНГ человек не случайный. Когда-то еще его дедушку пригласил Никита Хрущев торговать с Советским Союзом, а папа до сих пор активно занимается текстилем в Москве. Да и сам Флеминг начинал в России, но Украина оказалась теплее. Теперь Флеминг – лучший друг ее престижных ресторанов, и во многом благодаря его компании они добились успеха. Пролистав толстый каталог с фотографиями и краткими сопроводительными комментариями, можно, не покидая своей кухни, быстро, а главное, грамотно сформировать заказ с учетом потребностей ресторана или кафе. Квалифицированная торговая команда и собственный шеф-повар компании Ян Йенсен всегда готовы предоставить клиентам детальную информацию об интересующих торговых марках либо каждой отдельной позиции. Рыба и морепродукты, сыры, хлебобулочные изделия, соусы и приправы. Около 800 наименований. Все, чтобы полностью обеспечить кухню самого продвинутого предприятия общественного питания. Кажется ли вам, что вот держать такой огромный ассортимент, может быть, это не нужно, это все-таки хлопотно? Мы не планируем увеличение числа позиций. Учитывая пожелания шефов, которые учатся за границей, а потом приезжают в Украину и хотят работать с качественными современными продуктами, мы корректируем свой портфель. С разных стран мира поступают грузы на склады компании Ян Йенсен. Этот комплекс построен по уникальной технологии, что позволяет хранить продовольственные запасы в соответствии с рекомендованными для них температурными режимами. Бакалея нуждается в 12-15 градусах тепла, хамон, мясная нарезка в более прохладных условиях, плюс 2, плюс 7. А морепродукты, рыба и изделия из хлеба глубокой заморозки лежат на стеллажах и палетах при минус 17 и минус 22 градуса. Шеф-повару при таком безупречном отношении к продуктам на складе остается лишь найти им правильное применение. Если заведение расположено в черте Киева, то в течение 24 часов заказ будет доставлен прямо под крыльцо. А в другие города Украины автомобили отправляются 1-2 раза в неделю. Собственный парк рефрижераторов позволяет не только быстро выполнять заказы, но и сохранять высокое качество продуктов по пути к ресторану, кафе или кейтеринговой компании. 15 лет Ян Йенсен честно работает в Украине и вносит свой вклад в развитие ресторанного бизнеса. Это были 15 лет качества, высокого уровня сервиса и оправданного доверия клиентов. Так будет оставаться и впредь.